Сегодня мы, вдохновленные сюжетом Дмитрия Губерниева с биатлонистами, где они состязались на суперкоротких дистанциях в стартовом ускорении, суперспринт. Мы сегодня попробовали с девчонками такие же соревнования провести. Классно, круто, прикольно, весело и быстро. И не устаешь почти. Очень зрелищно, интересно, и участвовать интересно смотреть. Обязательно этот формат будем развивать. И немножко забегу вперед, но есть у нас идея, если погода будет у нас способствовать, будет похоже на тот год предыдущий, который у нас был, когда у нас в начале апреля, практически до середины апреля лежал снег. Сейчас у нас есть идея сделать весенний лыжный фестиваль «Головино Ski Fest», сделать его в начале апреля. Если все у нас сложится и получится, то обязательно на этом фестивале будет у нас формат суперспринта, будут забеги на 100-150 метров и даблполлингом, и коньковым ходом. Будет интересно, ярко, динамично, быстро и весело.